he was trying to fight it. Что за новый редизайн стрима, думаю? Has to go. Инновации, ёпта. Through that turtle. Me and my monkey. Я знаю перевод песни. I call him Mr. Chimpo. Фурьёбы, думаю, в этот момент просто сидят прям и жёстко наяривают. У них на фоне эта песня должна играть. И чел в это, фурисюте макаки танцевать. Ля, чё такого интересного взять? Давай ко мне лыгу возьму. А это тот же самый морф, я надеюсь, чтобы прям дурачок дурачком был. Не, это гений какой-то будет, значит, на морфе, который всю игру будет всех на куски разрывать. Отличное место. Это я против кого? Это по-по-по-по-по-по. Четыре победы подряд, это не сказать, что что-то прям значит. Смотри, сейчас покажу профессиональные мувы. Бам, блять, немножко не получилось. Блять, не, ну ладно, пойдет. Он сейчас подвижку забежит же? Да, забежал, все отлично. Ну значит, я добился чего хотел. У меня был такой хитрый план, как раз их подвижку загнать. Квикасты стоят, квикасты не стоят. Q V E R D. Опа, все, квикасты на месте. Сразу крякать вот так вот бесцеремонно. Анимацию сбил мне. Профессиональное передвижение. Уа. Ну а нахуй. Уи. О, блин. Сука, не туда занесло. Нахуй я этот камень поставил. Ёб твою мать, чуть не помер. На нахуй. Здорово, ёпта. Ты стой. Хорошее место. Чё он там себе принёс? Масочки принёс? Ну хорошо. Так, один чёткий врыв, и он умер. Это нужно убер чётко сделать. Ультра-мега чётко. Блин, ценой жопы прям нужно как-то бахнуть сейчас. Так, один побахнул. Ближе к земле. Да как не добил? А что за дела? Наебалово какое-то произошло. Я должен был добить крипа. У тебя там нормально все с ренжой на снайпере? Что за кряклки такие бесконечные? Надо 6 левел брать. 6 левел я его ушатаю. Но блин, он сейчас тем более еще экспы занюхнул с меня нихуево так. Нехорошо. О, стоп. Сама этого, блядь. Мы его не убьем, он перекачает. Ты же регенится нечем, да? Да. Ну все, ушатал очередняру, не почувствовал. Хуярь его, у него нет танка, хуярь. Ура. Сейчас насчет этих крипов потеряет. Я иду. Нормально. Я иду. Пригодится позже. Туда я встану. Спасибо. Принесешь мапку с фонтана, пожалуйста? Мне нужно шестой как-то получить. Желательно быстрее, чем снайпер. Отличное место. Я иду. Так, пока не врываемся. Рано. Ближе к зиму вековечено в камне. Бля. Иду, куда прикап. Я иду. Опа! Готово. Камни лыга новая. Прекрасное поебалу место. Новая. Ить. Терпи на снайпере, терпи. Вот Циммер терпел, ты тоже потерпишь. Давай. И в могилочку.
Сейчас еще регенку мне в карман положить, я буду доволен. Давай сюда, быстро нахуй, это не регенка. Это хуйня какая-то. Надо сразу урну грейшенную купить. И будет нормально. Отличное место. Сколько? А, 250. Посади его вот это. У меня ульта появилась, можно снова снайпера садить. Сразись со мной. А куда он делся? А вон он. Настало время хоронить деда. О, хорошее место. Сейчас, может, на руну повезет. Сейчас, секундочку. Вперед и вперед. Так, деда. Безусловно. Деда, блядь, ты охуел? Нахуй иди. Прекрасное положение. Веника, веника, хуяр. Там дед на спидах бежит, осторожно. Правильно. Сука, блядь, и так залупа ебаная на этом. Правильно. Вообще тварь гнида. Ща накажу. Отличное место. Полку, блядь, меня нет. Пришел. А я без тебя отправлюсь. Или нет? Ебать. Не, ну големчиков я не ожидал в ебучку, конечно. Ну, ух, чешется. Неприятно, вот с дедом хуярится в тот момент, когда, ну, он нажимает тупо на ешку и стреляет в тебя. Руина же? Так в чем руина? Дед в могиле, я тоже в могиле. Равноценный обмен. Отличное место. Плата за знание. А как я в ренже не попал? Сдавайся. Ща урну куплю, буду на него хуярить. Дед старше тебя? Не, ну позвольте, камнелыга вроде вообще довольно древний. Так что я старше его. Я иду. Если уж такого заходить. Ну, если ты заглушу. Да, о! Это место гораздо лучше. Так, Дидус, подожди нахуй. Пригодится, я сейчас бронированный, буду врываться. Безусловно. Мом купил, мом не купил. Надо будет ГОСТ купить сейчас. Все так, едины. Давай сюда. Во, ГОСТ. Плюс. Пригодится. Я иду. С руной так-то я его и так отпижу. Надо просто его подловить. Отличное место. А, не, не ушел. Мой, меня атакуют. А, он ешку потерял. Идеальный момент для врыва. Ну, по Т2 сейчас может убежать, он довольно далеко. Надо, чтобы он ближе к Т1 подошел. Дай врывайся, он умирает. Прекрасное место. Ко мне. Да ебать ты заебал жить. Ну ГОСТ нужен полюбас, у тебя же лох хуярится с ним. Ближе к земле. Либо обратку, тоже как вариант. А чё нет? Подавай. Маслину зарядишь? Давай. Это не маслин, так неинтересно. Маслину хочу, маслину. Маслину, говорю, хочу, хуярь маслину. Вопросики? О! Так должно быть. Да чтоб ты всрался, да чё постоянно руни там, куда я иду? Сапог может для начала, без сапога да, справимся. Мне кажется, я по снайперу сейчас попал. Или нет? Да.
Как будто рядышком пролетело. Без обратки не хочу врываться сейчас с него. Я, скорее всего, сдохну. Тупо здоровья не хватит. Без обратки, я думаю, там сдохну. А ты сказал, что это профессионал на морфе? Видишь, уже 7-1 играет. А теперь моего морфа вспомни, который попущ. Вот тупо небо и земля. Вот хотя вот я могу морфа отхуярить сейчас. А не меник пизда. Ты пытаешься морфа въебать, его не увидишь, он перекачается просто. Быстрый захват. В атаку. Увековечено. Путь вымощен камнями. Так должно быть. Меня атакуют. Не умер? А, все умер. Снайпера. Правильно умирать. Гармоничное развитие. Я вижу, вижу. Отличное место. Сейчас попробую. Вот так. Твоя воля. Сюда. В атаку. Еле-еле. Здорово, Владимир. Владислав. Владислав. Вот с обраткой вообще другой разговор. Сейчас с дедом даже можно прям по душам поговорить. И носок можно купить наконец-то. А я не вижу Мансура в чатике почему-то. Вот сейчас где Мансур? Как же написать то, что там нубик на стримере? И вот это вот все. Отличное место. Отложу на потом. Поезда не лучше? Не, мне плотность нужна. Там и встану. Типа, чтобы больше здоровья было. Момчик купил, вот сейчас идеально бы его сейчас место. На хайграунде встретить. Куда пошел, сук? Иду куда? А. Я где вообще? Блять. Дед долбоёб, походу, слепой, не видит то, что в обратку стреляет. Я еще ПТ-шку на ловкость переключил. Я сначала на интеллект ее переключил, и, блин, не смог на силу заново включить, потому что меня бадон хуярил. Но обратка себя только что окупила. Окей, а я доволен. Тут варды стоят стопудово, потому что веник заранее кнопки начал шмалять. Меня было видно, походу, еще вот здесь прям вард стоит. Что, Драгонлайн, что ли? Да. Где помощь? Дед явно рядышком. Сюда. Че сделал? Я облегчу твою ношу. Блин, я кнопку нажал. Отдай. Нахуй я ее нажал? Свои земли. Отличное место. Где-то здесь прям снайпер рядышком. Вот я чувствую, чувствую, чувствую. Жопа. Безусловно. Чувствую. Вон она! Я иду. Баунти. Ко мне. Сразись со мной. Это мэр. А я нет. Прекрасное положение. Как он перекачку втопил, блядь? Это пиздец просто. Ау! Я камушков как-то хуёво накидался сейчас. Ну вообще все хуёво сделал, мог лучше сделать гораздо. У меня ПТ-шка постоянно переключается, он, блин. Надо положить место, которое не переключается. Я походу жму себе на ботл и случайно нажимаю на ПТ-ху. Да, как мне стать настолько плотным, чтобы я мог хуяриться со всем вражеским селом и при этом еще выживать? Сила. Ну, кстати, да. Армор не помешал бы. Прекрасное положение. Здесь вороты должны быть. Ульт активирует. Да. О, все, минус. Ой, мухана. Я заснял, я заснял. Будет мне ближе к земле. Пойма.
Ой, как ты заебал. Блядь. Что такое? Это ж нормально. Прекрасное место. Отличное место. Два големчика. Отличное место. Бабуль, ты где? Заебал. Так, голема, поубери от меня! Убери их нахуй! Нахуй, убери големов! Ведь камня нету! Не надо, дядя! Не надо, дядя! Не надо! Бля! Не нахуй! Не, ну големы имба, не контрятся! Морс Монтой. А погоди, там тир-2 шмотки уже есть, а еще я не взял ничего. О! Блин, а тут приятные вещи так-то присутствуют. А магнетизм не развеивается, да? Да, не развеивается. Тогда можно морху ебало сломать. Да, это место готово. Отличное место. Увековечено в камне. Как он это делает, блядь? Манта, что ли? А. Я твёрд, но урок ты усвоишь. Все путь прик сюда. Не сейчас. Отступись. Ну-ка, курвы ляпердоли, подожди нахуй. Увековечено в камне. В атаку меня. Блядь, как тяжело без камней-то. Что он сказал? Зачем это было? Ну, примерно за тем же, зачем он у меня бабку забрал. Что у нас здесь? Потому что бабка и так умирала. Я там, блядь, мать продал, чтобы эту бабку убить. Мой дух в движении. А он мне добычу прямо изо рта вырвал. Туда я и встану. Земелье всегда такой мощный был. Ну, обычно те, кто умеет кнопки на земле нажимать, прям жестко разъебывают. Туда. Я типа не говорю, что я кнопки умею нажимать, но просто в этой катке я плюс-минус такой раскликанный. Сбитой тропе. Плюс все нормально. Вот ко мне жестко не хватает, меня прям печет это. Когда в замесе камни кончаются, все, жопа наступает. Бегаешь беспомощный. Так должно быть. О, это что такое? Нихуя себе. Отличное место. Радик на него иду, берут? Ну да. Благодарю за золото. Я иду. Буду пока без камней, тогда крипов хуярить. Мне показалось. Расправа. Да не, мне не показалось. А, показал! Ну ебалово! Еба меня дота жестко заскамила. Она показала мне анимацию, как будто этот чел ульту использовал. Когда он тупо из тумана войны вышел, там была анимация, как будто он ульту использовал. У меня такая ситуация уже была, по-моему, однажды. Когда меня точно так же дота наебала. И я также кнопки проебал и по итогу Абадон ульту активировал. Но это прям жесткий скам какой-то от доты в такие моменты. Я бы на него даже внимания не обратил сейчас. Мы пососем.
Чат, не надо, у него хуй. Хотя, ну, типа, мало ли вам надо. Не, ну ладно, окей. Так точно. А все, Руслан до сих пор Руслан охуярит? Я думал, ты уже отхуярил его. Или они того жахнул? Все, терпим, 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 терпим. Терпение, залог успеха. Я одного убил. Ебать тут камней! Вот это я насрал, конечно. Ну я четверых по ебалу получал, окей. Тяжело такие моменты. Трошан, ты убил по итогу, нет? Он его не убил? Ты что, ебанулся что ли на Руси? В смысле Трошан не убил? Он его еще тут хуярил при мне. Купил фласку, чтобы пойти снова Рошана хуй. Ну, блять, умен не по две фласки а купил. Что он такая без ДНК играешь? Подожди, ты сейчас его. А, ты. А, он фласку активировал, чтобы во время того, как Рошана бить. Бить фласку. Давай, давай, ты справишься, давай. Последний удар, давай, давай, давай. Тяжело, конечно, ему дается подобные вещи. Очень тяжело. Это был первый Рошан, насколько я понял, потому что он не орал. Если он первого Рошана так сложно забирает, сколько будет тяжело ему второго Рошана забирать, который орет. Ульс с каждого камня наносит урон? Да нет, не наносит он с каждого камня урон. Я просто в стане нахожусь, и как долбоеб на дэшку кликаю, чтобы камень кинуть. А он когда из стана выходит, сразу все камни шмаляет, которые я нажимал. Вот и все. Там и встану. Я могу еще раз лупнуть? Давай. Ну нахуй. Так должно быть. Ой-ой, а еще могу? Пожди, 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 пожди. Ну и... Ко мне. Твоя воля слаба. Че там в третьем тире интересного есть? Блин, вот в этой игре... Вот, во, видали? Опять он вышел? Он вышел с активацией ульты как будто. Вот меня в прошлый раз вот это наебало как раз. Из-за того, что у него как будто ульта активированная была, я подумал, что на его можно отхуярить. А где моя ульта? Где ульта? Куда ульта делась? Где ульта? Что? Что произошло? Чего? Где моя ульта? Где ульта? Куда ульта делась? Что? Абадон щитком развеял ульту? Но она же не разве... А, ее можно развеять. Да, окей, на это ошибочка произошла в голове. Я думал, что ее нельзя развеять. Попутал. Ну что-то все тяжелее и тяжелее становится в масс-замесах. Хуйня какая-то получается. А вот, на 25-м есть талант, который это позволит не развеивать магнетизм. Вот этого мне не хватает очень. Нужно будет после Акварины купить ГОСТ обязательно против Абадона. Он и хоть как мешается. Опять ему ульта развеялась. Да, он просто ультанул и развеял мою ульту. Так неинтересно. Ебать тяжело. Не могу без коста. Меня просто расстреливают. Не, тяжело, тяжело, тяжело. Урсы свой план. Он его придерживается. У нас там пилка против пятерых, а у него пилка против пятерых крипов. Ну, равноценная, я считаю, нормальная драка.
Он не убьет его. Блять, ну... это мой Керри, кстати. Да-да, не удивляйтесь. Кажись, Абаддон на нашего терзателя сейчас нападает. Не, он просто забрал пачку. Но он просрал мату сейчас. Так, стоп. Не, он не бел. Что делать тогда? Вот зараза. С даггером что ли? Нихуя себе. Сейчас, когда Урсая БКБ купит, я его жестко дрочить начну, чтобы он со мной бегал. Ну, заебал. Отличное место. Вот так. Ну, так кто мог настакивать на нем сейчас свою пассивку просто и все. Ты талант-то вкачал? А, понятно, талант не тот. Ой, Урсель не выпало. Ну чел на пенсию все еще откладывает деньги. Ждем, ждем, ждем. Скоро наступит уже. Так, он купил БКБ вроде как, да? Я ж не ошибся. Я иду по избитой тропе. У нахуй я слежу за тобой на Урсе. Да, это место гораздо лучше. Зарплату нашел. У нас Фурион есть! Нихуя себе! Прекрасное положение. У кого фляй? О, хорошее место. Так это что, неуязвимость или какая-то? Да. Туда. 25-й левел надо, тяжело. Там. Очень блин, быстрый захват. Поворот. Уи! Так точно. 50 копеек осталось. Можем топана вам позвать, убить твоих. Это ну Урси, ты заебал, дай мне. По избитой тропе. Вот нахуй хуй тебе это сейчас надо было, а? Вот чего ты доказал мне тем, что ты крипа убил, а? Да. Путь вымощен камнями. Все, Карин готов. Безусловно. Есть Его? Нету Его. А, какая Его, ё-мы? Я это заработал. Ханда на землю будет нормально? Не, не нормально будет ханда. Она херово отработает. Потому что хан... Ну, обычно земля хуярит... камушком. А камушек как бы на ханду не будет работать нормально. Не, землю просто так взял. Было далеко. Меня яд душит. Да, это место гораздо лучше. Slowing my brush only. А! В атаку. Ну, Рошанчика, если он и есть, то он наверху. Understand? Реально идете чекать Рошана сюда? Ты... Ты тоже идешь туда? Ты совсем ебантяй? Уже придумал, куда над пещерой засунуть? Ну да. Вот она. Видишь, все. Никаких проблем. О, сейчас четенько кнопки нажать и заебить будет. Да хуя на него ресурсы потратил, правда. Ну ладно, она быстро дышится. Мне главное, чтобы камни были в замесе. О,
дух в движении. Опять на ролик не везет. Я иду. Так, а чем мы разбежались-то? Может, ломать будем? Прекрасное положение. Надо ломать. Типа, Бадон мертвый. Без него не драться не будут. Если будут, то гребут. О, все, пыш, заебись. Бахуярят. Бля, сколько урона я впитал, ай. Я не умру же? Я не должен. Да, нихуя себе, конечно, с сыр, я бы умер. Заебись. Сатанит на вообще? Что ты деньги держишь? Он на пенсию откладывает, ты не понимаешь? Как ульта земли работает? Ну, вешай тихущий урон, который ты можешь обновлять делаю. Камнем. Ну, типа там 7 секунд, по-моему, на висит. 7-8. Ты можешь каждые эти, ну, скажем, 7 секунд просто заново камень шмалять, и она будет дальше продолжать тикать. И все. Довольно сильная штука так-то. Да. Ну ДК там тоже на приколе что-то хуярит куда-то туда, да. Хуй пойми куда. Иду. Че, мне надо отходить негово. Как раз вовремя. В атаку. Распространяется, но это понятно, она на других врагов еще вешается. Просто я ну, не буду ж полностью объяснять. Я хотел еще дробовик купить. Во, все. Нельзя разветерить мою ульту наконец-то. Можно ее шмалять без страха. О, фуру убил. Прекрасное положение. Ничего себе. Да не надо, дядя. Да не надо, заебал. Нихера, а чё с ебалом? Он меня с одной тычки уебал? А, не, ладно, там виномастер накидал говна, мое почтение. Да. У меня же там процентарный урон, тяжело это говно пережить, а у меня еще макрезист хуёвый. Ну что, выкупаться что ли? Так не хочется. А, давай, Dragon Knight, ты справишься. Не, ну ладно, макрезист мне по-любасу нужен. Зачем? Ну что, бьет? Походу не из этого покупаешь. А, где Шрауд? Вот, шо. Там у него тоже как бы маг урон. Ну да, ну да. Будет так проще. Без ветров или чего-то защитного. Так оно не подходит для моего геймплея сейчас. Я ж обратку купил, зачем мне ветра? Если надо будет патрон задефать, я просто вэшкой задефаю. Итого, ну ненормально, сейчас макрозиста будет подевать. И нахуя тебе толстый? 4,6. Бэм, камни лыжи. Смотрел вторую изю, но нет. Help.
На батон поближе ко всем подойди. Вот, да. Один умер, второй умер. Ой, красота. Вот сейчас магнетизм вообще отлично отработал. И обратка. Да, долго хуйня. Блин, меня эта хуйня отпиздить может. Хотя я магнетизмом могу его задушить. Покажись на карте, давай. Застрелят? Да. Ой, не. Давай! Не уходи. я живой. Давайте, ребятки, ломайте. Ну вот, Мит, пожалуйста, ломайте. Так, ну, хоть что-нибудь сломайте. У меня ебучки немножко нет. Жди третью дюну. А что еще? Это третья дюна будет? Я думаю, их там всего две. Должно быть. Урна, повезло, так не повезло. Я это все, это на скилле было. Так, считай. Ладно, будем считать, что это было по плану. Нахуй иди. Камешек ебало. Мужик, камней нету, не поверишь. Какой пиздец. Камень появился. Ля, как тяжело без камней. Кажется, я сдох. Бывает. Дюна прям огонь, критики, восторги. Да я слышал подобные мнения. Я люблю подобные долгие, затяжные такие фильмы. Которые, ну, атмосферой давят. Ё-моё, сколько у меня денег. Тараска напрашивается за место урны. Но уже, по-моему, поздно. Или за место ботинка. Ну, кстати, а что мешает? Вот за место ботинка бахнуть, и все, сейчас игра все равно кончится. Оп, готово. Ля, деда отстреливается. Хуярит. Ай, подождите, ну. Да подождите, вы дайте резнуться. Правильно. Лучшего игрока выбрали. Легкая получилась. Но я бы сказал, не напряжная.